Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 5.4 добавить, а также удалить Google аккаунт. Заходим в настройки. Опускаемся вниз, нажимаем аккаунты, добавить аккаунт, Google. Вводим наш пароль. Далее вписываем наш адрес электронной почты. Нажимаем «Далее», вводим пароль. После чего нажимаем «Принимаю». Так, давайте от этого откажемся. А чтобы удалить наш аккаунт, просто нажимаем на него «Удалить аккаунт» и нажимаем «Удалить аккаунт». На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!